София Прекрасная. Привет, друзья! Мы на канале София Прекрасная. И мы сегодня вам будем показывать, какие у нас куколки меняют цвет. Привет, девчонки и мальчишки. А также их родители. А также их родители. Вот уже София показывает. У нас середина марта, и у нас мороз и снег. И мы решили определить полностью, какие куколки у нас меняют цвет. Сейчас мы их замораживаем и будем вам показывать. Потому что в прошлый раз мы несколько куколок пропустили. Ну давай, начнем сначала. Будем отлаживать сюда, которые меняют цвет, а те, что не меняют, останутся у нас в нашем большом шаре. Давай. Это же радуга. Радуга дива. Радуга дива. Давай, посмотрим, а потом покажем. Давай, их выложим. Здравствуйте, ребятишки! Ребятишки! Наши куколки, которые не меняют цвет, уже прошло достаточно времени, и они не поменяли цвет. Но у нас не так много куколок, которые меняют цвет. Всего их 9 штучек, малышек больше. Но мы сейчас вам покажем то, что у нас есть. Думаю, вам видно, как они красиво меняют цвет. Вот здесь у нее стали волосы сбоку розовые. У этой куколки челочка и гульки меняют цвет. Вот у малышки вот такой из золотого шарика, а у русалочки на лобике вот такая есть диадемка. Это не поменяла пока и цвет. Поменяла, почему? Вот у нее сбоку, видишь, какое красное стало. И вот посинели волосы. А на самом деле у нее еще и купальник меняет цвет. Под одеждой есть купальничек. Наша красавица радуга. Еще бантик мы забыли взять. И у нее слезки идут. И слезки, хочет... как орликин она, да? Она хочет найти сестричку и плачет. Я полетела. Есть у нас вот такая Джинни. У нее на лобике и на волосиках звездочки. Я катаюсь на коньках. Вот это, конечно, яркая куколка. Я катаюсь на коньках. Есть, есть, есть на своих коньках. Так, кошечка. У кошечки волосы меняют цвет, пряди получается. И вот на ручках есть такие полосочки. Наша дива. И я. Ну и, конечно, наш снежный ангел. Давай малышек покажу. Вот такая, смотри. Класс! Какая звезда! И ножки грязные. Сердечко на глаз. Вот какие они хорошенькие. Вот и все, у нас молния, стрела. Я супергерой. И вот малышка, трусики у нее меняют цвет, и ножки грязные. Вот такая. Ножки зеленкой испачкала. Испачкала зеленкой ножки. Тут не зеленкой, тут красной зеленкой. Наша сердце у нее разбилось. И ножки зеленкой грязные. Нет, это уже чернилами. И у нее сердце разбилось. Трусиши у нас меняют цвет. И сердечко выявилось. Так, наша черти маленькая. Кто там еще у нас остался? Сердечко. Сердечко еще одной куколки. И поменяли волосы цвет. Стали оранжевыми. О, это потемнело. А вот у нее в зеленку. А это в зеленку влезло. И глазик у нее тоже с молнией. Ой, какая смешная. В маске. И даже лифчик есть. И есть у нее сердечко на груди. Вот такие ноженьки. Вот такая у нас в бегудях.
и с сердечками на щечках. Ой, и пижамная вечеринка. Ой, это самая милая и яркая куколка. Маленький снежный ангел. Замерзла, домой хочу. Ну что, будем идти домой? Мы показали всех куколок, какие у нас меняют цвет. А вот и наша Голдия. София ей прицепила вот такой красивый бант. И завязала сама. И ей очень идет такой красивый наряд. Все, всем пока-пока! Мне куколка больше понравилась. Вот это. Софийка замерзла. У нас холодно, минус 9. Да. И вот это мне куколка. Супер. Все, мы побежали домой. Куда ты убежала? Вот, пока-пока. Куда ты убежала? Говори, давай искать, куда она сходит. Плачет. Не плачет. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И много-много лайков ставьте. Всем пока. Все, пока-пока. Слаживай их, София, слаживай. Это замерзли. Ha 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 ha!